Это прежде всего выезд и проведение полного медицинского обследования всех без исключения людей, которые там находятся. Там есть то, что необходимо сделать достаточно быстро, ну там, к примеру, там приезд туда стоматологов, потому что у каждого там большие проблемы. Сделать элементарные там, где это возможно, ремонтные работы произвести. Укомплектовать штат врачей.